давай начнем с твоих комментариев по игре, каким был этот матч. Ну, соперник нас переиграл почти во всем. Примем это за урок, будем двигаться дальше. Ты забросил первую шайбу нашей команды, концовка периода, классный бросок. Как вообще так получилось? Ну, Никита Ходорович хороший пас выдал, да, я там видел. Пошел в борьбу, молодец. Забрал шайбу, увидел, что закатывал за ворота, подкатил, на дальнюю штангу получил, забросил. Был еще один эпизод, яркий с твоим участием в этом матче, это драка. Что произошло вообще и почему сцепились соперники? Ну, у соперника была шайба, я сыграл в тело, он отмахнулся. Ну и на эмоциях уже не сдержался, выплеснул свои эмоции, подрался. А думал ли то ты до этого или после, что может быть этот эпизод может стать какой-то эмоциональной перезарядкой парням, подоражит команду под стимулом? Ну, после драки я надеялся на то, что наша команда выйдет, окажет борьбу сопернику, забьет наконец шайбы, но как получилось.